Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Линкоме. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Смотрите, какая у нас есть новинка. Высокая кружка и расцветки в ассортименте. Кружка 520 мл и изготовлена из фарфора. Такие кружки, конечно, на любителей. Это кто любит большую кружку. Я, например, не очень люблю большую. Мне такая не подойдет. А вот девчонки у меня любят большие кружки. Им вот очень даже подойдет. Ну, какие кружечки. Кружка 310 мл. Изготовлена из керамики. И у нас два вида. Есть желтенький и такой серо-голубой. Нет, вот еще черный нашла. И стоимость 149 рублей. Вот красивая кружка кофе. Только единственное, что внутри темная. Мне темная не очень нравится. Вот сверху, да, симпатичная, матовая такая. А за 99. И посмотрите, какая красивая конфетница. Конфетница с крышкой. Это даже не конфетница, а сахарница. Сделано в России по лицензии Турции. Ценник не знаю. Универсальный нож от Kitchen. Длина лезвия 12,5 сантиметров. Литая ручка. Вот это мне нравится. И 24 сантиметра полностью нож. И стоимость 249 рублей. Хотя 249 рублей стоит вот этот 26,5 сантиметров. А этот, который я показала, поменьше, 24 сантиметра. Он, наверное, чуть-чуть подешевле, а может быть даже одинаковая цена. Вот они два. Ножи, конечно, по крайней мере, на вид очень хорошие. И еще один с той же серии, 29 сантиметров и 17,5 сантиметров лезвия. Тоже от Kitchen. Ну, щеток, конечно, они привезли много. Различные щетки. Так выгнуто, интересно, смотрите. Вот так выгнуто. Хорошо, наверное, ей вместе будет. И зелененькие, и голубые, и желтые. Вот, наверное, хорошо видно. Но щетина какая-то не очень жесткая. Мне кажется, нужна пожестче немножко щетина. Ну, хотя для дома, наверное, пойдет. О, здесь еще и щелевые щетки привезли в этот магазин. Я как-то смотрела, только на просвещение были. Здесь не было, теперь здесь появились. Щелевая щетка 79 рублей стоит. А такая... Ой, она еще, смотрите, она еще вон какая, телескопическая. И так я не нашла на нее ценник, на эту большую щетку. Тряпочки давно не смотрела. 79 рублей, 50 на 70. Так, ничего интересненького. Вот неплохая. И вот эта первая неплохая была. Это прям толстая такая, классная. Я обзоры смотрю. И вот смотрю, уже девчонки пользуются вот такими различными ящичками в холодильник. А я вот как-то еще не приспособилась к ним. А девчонки пользуются, молодцы. Что-то, допустим, в этот контейнер поставили, что-то в другой. 32 на 5 и 28 на 20. Угловой органайзер 20 на 29 сантиметров в высоту. Здесь имеется присоска. А как же, куда же она присасывается-то? Так, смотрим здесь. Ага, вот на угол раковины, видите? Она в дырочку. Здесь можно сразу и фрукты мыть, и чистящие ставить. Какой он хорошенький. Маленький такой, компактный. И стоит всего 59 рублей. И вот тоже нужная вещь. Скоро будут переобуваться, шипы снимать. И вот такие щетки автомобильные для мойки колес, конечно, пригодятся. Я не знаю, конечно, как кто, но мой муж колеса все вымывает. У него шины стоят все чистенькие. Вот такая щеточка сколько стоит? 149 рублей щетка. А это что такое интересное? Крючки универсальные. Каждый крючок выдерживает вес до 3 килограммов. Простое крепление. А для чего такие крючки? Интересно. Две штуки в упаковке. Ага, это на коляску. Смотрите, на коляску можно повесить. Можно
в автомобиль повесить. Текстильная застежка, изготовлена в Китае. И стоит ни много ни мало 149 рублей. И вот я вижу новинку. Смотрите, какая железка. 299 рублей. Довольно-таки тяжелая. Ключ баллонный, крестовой. Смотрите, нам и щетки, и ключи баллонные. Пожалуйста, переобувайтесь. Тепло настает, да? Размер торцевых головок 17 мм, 19 мм, 21 и 23 мм. И состав сталь. 299 рублей. Ой, смотрите, еще есть такого серого цвета. Не только черные, а еще и серенькие есть. И, конечно же, появилось много валиков малярных. Нам как-то в позапрошлом году нужны были. Мы домик красили. Здесь вот самые дешевые. Сейчас вот я не знаю, сколько они стоят. Но были самые дешевые. Ух ты, здесь несколько видов, что ли. Или это ручки просто разные? Да, это просто разные ручки. Синие, черные и такие оранжевые. 23 сантиметра шириной. И, кстати, неплохие. Они стоили 70 рублей всего. Сейчас я не знаю, сколько они стоят. Ценника нет. Ножовки 41 сантиметр, 149 рублей. 12 на 24 что-то. 41 сантиметр. Мастер Хант. Отдел игрушки. Смотрите, какой пазл с игрушкой. Игровой набор. Не пойму, то ли это обезьянка, то ли это кошечка какая-то. 199 рублей. Ну вот. Дракон. А лев. Вот пазл небольшой. И плюс игрушка. Собери всю коллекцию. Здесь слоник даже есть. Да, это была обезьянка. Сейчас посмотрим, какие здесь еще есть. Все, в этом магазине больше никаких нет. Ух ты, какой конструктор. Веселый чемоданчик. Собирай животных. Создавай разные композиции. Вот что в наборе. 349 рублей. Такой цены еще. В фикс-прайсе не было. Вот еще один. Здесь слоник, крокодил. А здесь жираф и бегемот. Это что у нас? Новое открытие цен. 349 рублей. И такой набор. Тоже, смотрите, 349. Шурупчики. Отвертка внутри, создавая разнообразные композиции. Тоже интересная вещь. Также, наверное, ага, примерно так же сделан. 349 уже. А это пазл-трек. Игровой набор с автомобилем. Вот какой-то пазл здесь. И автомобиль идет к нему. А трассу можно сложить разными способами. И стоит 249 рублей. Так, какой там еще автомобиль есть? Нет, автобус, автобус. Во всех автобусы, по-моему. А нет, вот еще другого цвета есть. В общем, надо поискать, кому надо. Придете и выберете. Расчески компактные. Я вот с такой уже несколько лет хожу. Хорошая расческа. Очень удобно. Здесь и зеркальце есть, и расческа. И все так компактно можно сложить. Вот еще мне внучка привозила с какого-то города, ездили выступать, привозила в подарок. Вот я хожу с такой, мне нравится. А вот ценника здесь нет. А вот еще одна. Это уже не такая компактная, хотя здесь тоже, по-моему, внутри зеркальце. Вот есть с голубым. Я не пойму, что внутри. Нет, зеркала здесь нет, потому что состав ПС, ПЭТ и термопласт. Нет здесь зеркальца, просто расческа и все. Если это 149, значит эта расческа тоже, наверное, 149. Бигуди для волос, две штуки в упаковке. Завивка кончиков, завивка челки и объем от корней. Хоть как можно завиться.
79 рублей. Здесь как липучка, а здесь как этот прищепка. Ох, какие косметички в золоте. Так, сейчас размер покажу. А затем вот такие, не пойму, бронзовые что ли, розоватые вот такие. И все, наверное, да, все. У косметички имеется кармашек вот сбоку. Кармашек на молнии. Там подкладка внутри есть. Ничего так, гламурная. Если ее выпрямить хорошо, хорошо будет смотреться. И стоимость 199 рублей. Удобно, что есть кармашек. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.